1300 бутылок коньяка и водки на общую сумму 400 тысяч рублей хранил у себя в гараже 57-летний табаляк. Немаркированный алкоголь у мужчины был изъят полицейскими. Объем спиртосодержащей жидкости составил 600 литров. Стражи порядка установили, что злоумышленник приобрел алкоголь в одной из стран ближнего зарубежья, а после разместил объявление в социальной сети, чтобы продавать его в розницу. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.